Друзья, привет! С вами, как всегда, Джамбо Макс, и в этом видосе я хотел бы вам рассказать о своей мечте, а также о целях канала. Это видео нестандартно для моего канала, и в нем я хочу просто высказаться. Как всегда, перед началом ролика попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вам нравится мое творчество. Спасибо. Те, кто смотрит мой канал, особенно давно, знают, что первый видеоролик на этом канале вышел где-то 4 года назад, но активную деятельность, именно чтобы прям активно заниматься ютубом, я начал около 2 лет назад. Мой канал, по большему счету, специализируется на консоли Xbox и все, что связано с ним. Да, так сложилось, что мне нравится эта консоль, и каким-то днем я решил, почему бы не делать видео про нее, ведь в России мало кто делает видео о этой замечательной консоли. Несмотря на 2 года упорной работы, канал не вырос до каких-то невероятных масштабов, но на нем сейчас более 26 тысяч человек, и даже этому я безумно сейчас рад. Да, по сравнению с каналами-миллионниками, это капля в море, но все же капля. На самом деле, я рад, что вокруг моего творчества собралось столько людей, и все, что я делаю, видимо, я делаю не зря, поскольку каждый день я вижу людей, которые покупает Xbox, и этому действительно рады. Я за вас тоже рад, ребят. Один из мощных толчков, пожалуй, к активному ведению канала меня вообще толкнула простая мотивация. Когда люди просто смотрели мои ролики, им это нравилось, они комментировали, лайкали. И, знаете, это вселяет невероятную мотивацию. Ты смотришь на все это, и тебе хочется работать, тебе хочется делать лучший контент, и за это я вам благодарен, ребят. Все, что вы видите на канале, это на самом деле очень большой труд, хотя со стороны кажется иначе. Если вдруг вы хотите видео об обратной стороне канала, то напишите в комментариях «хочу обратную сторону». А если комментариев будет действительно много, то я вам расскажу, каково это вести канал, сколько можно заработать и вообще, каково это. И не думайте, что это легко. В общем, видео будут интересны, но выйдут ли они вообще, все зависит от вас. В течение времени, после усердной работы, я понял, что вся деятельность на ютубе мне капец как нравится. Мне нравится что-то выдумывать, мне нравится все снимать, мне нравится находить какую-то инфу, смотреть на соотношение лайков, дизлайков, комментариев. И когда у меня более-менее стало получаться, я стал собирать там первые просмотры, я в себе поверил. И как бы банально это ни звучало, у меня появилась мечта достичь 1 миллион подписчиков, а также стать значимым человеком в Xbox-сообществе в России. Многие могут над этим посмеяться, сказать, да ты дофига хочешь, там, иди нахрен, у тебя говно контент, но я все равно не остановлюсь делать то, что мне нравится. Потому что я кайфую от своей деятельности, я хочу что-то в ней достичь, и самое главное, я не планирую останавливаться. Да, если вы заметите, то ролики о PlayStation снимать намного выгоднее, и каналы, снимающие видео о PlayStation, растут намного больше, поскольку набирает больше просмотров. Но, как видите, я делал и все равно продолжаю делать видео об Xbox, поскольку мне он нравится, и надеюсь, что в будущем Xbox сообщество в России вырастет. На данный момент цель канала — достичь хотя бы 100 тысяч подписчиков. Это вот прям такая цель, к которой я буду идти на первом этапе. И надеюсь, что в этом вы мне поможете. Если кто не знал, то каналу можно помочь простыми лайками и комментариями. Делая актив на каждом видосе, вы, грубо говоря, продвигаете видос в топ, делая выше остальных, ну а также повышаете шанс того, что это видео посмотрят и другие люди. Несмотря на то, что я помог очень многим людям по решению тех или иных консольных проблем, большинство людей не помогают мне в ответ. И они просто чихали на мое творчество, типа «помоги и иди нахер». Просто на днях я подумал, что каждый, кому я помог, подписался бы на канал, то канал бы достиг 50 тысяч подписчиков уже давно. Но, увы, почему-то с комьюнити Xbox, видимо, что-то не так. Даже несмотря на это, я не хочу останавливаться и сделаю уже в следующем году все возможное, чтобы достичь отметки в 100к. На самом деле, у меня стремление сейчас как у паровоза, и уже в следующем году я сделаю все возможное, чтобы мой канал стал самым крупным каналом об Xbox в российском регионе. И, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо всем тем, кто неравнодушен к моему творчеству, тем, кто поддерживает меня, наше сообщество, мой канал. Ребят, нам очень это приятно, и большое спасибо вам за это. В общем, если у вас есть какая-то мечта, верьте в нее и занимайтесь своим любимым делом. И только тогда вы, наверное, будете самым счастливым человеком и добьетесь успеха. Вот такое вот нестандартное видео на сегодня. Большое спасибо, что выслушали. И если вам понравился видеоролик, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите, что вы думаете вообще по этому поводу. Большое спасибо вам за просмотр, друзья. Спасибо за поддержку и до новых встреч.